Запоминай пароль. Большая D, G, F, A, M, P, S, M, D, G, F, A, M, P, E, S, A, M. Помедленнее, помедленнее. Мне нужно списать. Скачай все их схемы, пока я ее охмуряю. Человек-паук? О, приветик, как поживаете? Ух ты! О, это же с ума сойти! Глазам своим не верю! В смысле, я думала, что вы мертвы! Сюрприз! О, так быстро? Ладно, 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 а можно без этого? Очень интересно. Ну да, это мое совершенно лицо. Совершенно иное, Питер Паркер. У вас милое брюшко от перехода по измерениям. О, да-да-да. До перехода я был построеннее. 4-5-4-5-4-3. Судя по всему, перемещение постоянно ухудшает. Ага. Дальше-то как? Определенное ухудшение. И здесь. Что? Эй, а сколько вам лет? Просто на вид вам не больше 35. Думаешь, ты я спятила? Нет, я не спятила. Подтверждаю, вы нормальная. Сейчас пощиплет немножко. Понимаю. Мне нужно взять образцы. Да не вопрос. Рабочий стол, как моей бабушки. Ух ты, почти полное клеточное расслоение. Никогда такого не видела. Что ты там делаешь? Уношу все это подальше. При приходе были помехи? Помехи? Нет. Ничего подобного. Пробудете тут слишком долго, и тело дезинтегрируется. А знаете, насколько больно вам будет? Не, не в курсе. Представить не можете. Я мечтаю увидеть это. Простите, как вас зовут? Доктор Оливия Октавиус. Спорим, что друзья называют вас Док Ок? Нет, они называют меня Лив. А вот мои враги называют Док Ок. Беги, Сапочком! С кем вы разговаривали? Сапочком! Пучком? И что все это означает? Не парься, я разберусь! У меня тут все под контролем! Признаю, драться вы умеете! А, да вы болтун! Надо бежать! Классический момент, когда я проигрываю! У меня тут хорошие новости! Монитор нам не нужен! Питер! Познакомьте меня с невидимым дружком! Чужое брать нехорошо! Питер! Ведь оно запатентовано.